Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео о простых правилах для тех, кто хочет похудеть. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Сбросить его преимущественно, а желательно исключительно, за счет жировых отложений. И несмотря на то, что у меня очень много видео и статей есть о похудении, о правильном похудении, о понятии, что такое похудение, жиросжигание, сушка, мне приходит огромное количество вопросов на эту тему. Сегодня видео для тех, кто не собирается выступать на соревнованиях, даже не хочет выглядеть как какая-нибудь модель с новомодного журнала. Не забывайте, что для нас с вами самое главное – это сохранение здоровья. И на все мы с вами смотрим через призму сохранения здоровья. По питанию, надеюсь, вам более-менее понятно. Повторим еще раз. Завтрак должен быть, должны хотеть кушать. Утром до завтрака нужно выпить стакан-два воды. Обязательно. Это запускает все процессы в организме. Кстати, легче будет сходить в туалет, у кого с этим проблемы. И быстрее появляется здоровый аппетит. Ночью перед сном мы с вами не кушаем за 2 часа, это мы уже уяснили, подчеркнем. А последний прием пищи за 2 часа до сна, еще раз говорю, белковый плюс зелень или капуста. А в течение дня мы с вами кушаем каждые 3-3,5 часа, разбивая пищу таким образом, чтобы к вечеру она была более белковой, а в первой половине дня более углеводной. Но если вечером углеводы желательно вообще, чтобы не присутствовали в вашем питании, то в первой половине дня вместе с углеводами вы должны все равно потреблять белки. Вот простые правила. Не нужно изобретать велосипед, стремиться к чему-то. А теперь давайте перейдем к другой теме, которая тоже очень важна и почему большинство людей не испытывают положительного результата в похудении. До сих пор, несмотря на то, что наука и практика уже давно показала и доказала, что кардионагрузки практически не нужны, разве что только как разминка и заминка к силовому тренингу, все равно большинство инструкторов в тренажерном зале по причине своего дебилизма, лени, будут вас направлять на беговую дорожку. Беговая дорожка – это самый опасный тренажер, особенно для худеющих, особенно для тех, кто имеет приличный лишний вес. Во-первых, что такое классическое кардио? Это долгая монотонная работа. Если вы не верите мне, моим статьям, где я уже неоднократно показывал и доказывал вам то, что классическое кардио только вредит, только приносит вред здоровью, только мешает похудению, погуглите современные исследования, почитайте на английском языке, может быть, найдете и на русском. Так вот, долгая монотонная работа приводит к чему? К замедлению метаболизма, к ухудшению иммунной системы. Даже только 2 этих фактора говорят о том, что ни в коем случае не нужно ее выполнять. Единственная полезная кардионагрузка, которая может быть, это гулять вечером перед сном. Если вы хотите добавлять в свои тренировки кардио, то должна она быть только интервального характера. Об этом тоже есть видео у меня и статьи. Что такое интервальное кардио? Это когда вы работаете максимум 20 минут. Но в эти 20 минут у вас есть определенное количество выбеганий, назовем их так. Если, к примеру, вы работаете на эллипсоиде, то в течение 20-30 секунд вы работаете на максимуме, как будто за вами гонятся бешеные собаки, а потом определенный отрезок времени работаете в спокойном режиме и снова делаете выбегание. Но что здесь самое главное? Очень важно, чтобы минимальное время между такими выбеганиями было 2 минуты. Ни в коем случае не меньше. Больше можно. И особенно, когда вы будете начинать. Таких выбеганий достаточно сделать 2-3. И только потом, по наработке тренированности, стажа тренировок,
нужно потихонечку-потихонечку добавлять. Но, ребята, силовой тренинг, вот что вам нужно. То, что доктор прописал. И неважно, мальчик вы или девочка, но силовой тренинг не в тренажерах, ни в коем случае. Нужно учиться приседать, делать становые тяги. И самое главное, подтягиваться и отжиматься от брусьев. Можно от пола. Есть такая закономерность, что упражнения с собственным весом быстрее всего приводят к похудению. И возможно это связано с тем, что наши предки бегали, прыгали, летали по деревьям. Не знаю с чем, но такая связь есть. И она уже не раз была доказана мной, на моих учениках. И сам я это чувствую. Возможно, организм воспринимает это как необходимость и подстраивает вес вашего тела под ваши нужды. К сожалению, со штангой такое не происходит. И в тренажере тоже. Так вот, силовой тренинг. Приседания и становая тяга. Брусья и подтягивания. Только эти четыре упражнения могут кардинально изменить вас. И реально изменят. Особенно приседы. Особенно становая тяга, где работают практически все мышцы нашего организма. При этом работают стабилизаторы. Тренироваться нужно максимум 50 минут. Но именно силовая часть тренинга. Не считаем время на разминку, не считаем время на заминку. 50 минут максимум. Ни в коем случае не каждый день. Идеальный вариант день через день. На первых порах не стремитесь повышать веса. Вы должны плавно втекать во весь этот процесс. Представьте себе, что вы человек, действительно никогда ничего не имевший с здоровым образом жизни. Именно с питанием, с тренингом. И вы хотите все сразу с наскоку сделать. Поверьте мне, вы даже месяц не продержитесь в тренажерном зале. И я видел таких людей тысячами. Свой 25-летний стаж тренинга, за 15-летний стаж инструктором. Чем быстрее вы хотите себя изменить, тем быстрее вы покидаете это поле деятельности. Представьте, вам тяжело в питании, а вы еще каждый день ходите в тренажерный зал, при этом совмещаете еще и силовую, и кардио нагрузку. Ни в коем случае делать этого не нужно. Лучше потихонечку ходите 2-3 раза в тренажерный зал. Ни в коем случае не делайте кардио работу вместе с силовым тренингом. Это, помните, я вам говорил, что инсулин, гормон, который отвечает за то, что будет накапливать питательные вещества, мышца или жир. Как раз таки тренинг, совмещенный с силовой, с кардио, приводит к тому, что нам не нужно с вами. Лучший вариант это день тренировки, день интервального кардио, день отдыха. Примерно такой график у вас должен быть. Тогда вы плавно будете входить в новый образ жизни. Что самое главное здесь? Чтобы у вас была тяга к тренингу. Правильно? Если вы себя будете заставлять на первых порах, это кончится плачевно тем, что вы прекратите свои тренировки. Но если вы будете потихонечку в огонь подкидывать угли, то он будет тлеть очень долго. Главное, чтобы он тлел, главное, чтобы была эта тяга. Почему? Потому что с физиологической точки зрения тоже уже есть доказанные факты. Если вы вытерпите 3, а лучше 6 месяцев в тренажерном зале, организм вырабатывает определенные гормоны, которые вырабатываются во время секса, во время того, как вы едите бананы или темный шоколад. Так вот, у вас появится уже потребность. А вот тогда уже нужно будет пересматривать свои тренировки. Как? Все это будет и есть в моих видео и статьях, но вас это пока не должно касаться. Единственное, что вы можете почитать, и я вам это настоятельно рекомендую, что такое мотивация? Мотивация – это что-то внутри. Это не то, что вы посмотрели на кого-то, замотивировались и пошли на тренировку. Или что-то съели, что-то не съели. Это не мотивация. Это, как говорят американцы, bullshit. Понимаете, да? Вы должны испытывать мотивацию внутри себя
не вызывая ее искусственно. А в моей статье я вам четко и грамотно рассказал и показал, почему правильное, долгое изучение правильной грамотной техники приводит как раз-таки к тому, что мотивация живет внутри вас. И вы становитесь уже мотиватором для других. Это очень важные моменты, психологические моменты, которые очень тонкие, их нужно чувствовать, понимать. Если вы чего-то недопонимаете, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Но на все вопросы, поверьте мне, есть уже ответы в моих видео и статьях. Учите, изучайте, перечитывайте, пересматривайте. Лично я рекомендую больше читать, потому что я воспринимаю информацию лучше, когда читаю. Либо можно ее прочитать, потом послушать, еще раз прочитать. Она отложится, самое главное – понимать. Потому что я не раз уже говорю, знание и понимание – это разные вещи. Можно иметь огромное количество знаний, но не понимать просто сути процесса. До сих пор многие идиоты считают, что нужно тренировать сердце, что тренировка выносливости – это тренировка сердца. Вообще, если так разобраться, нет такого понятия, как кардиотренинг, потому что сердце невозможно улучшить. Сейчас многие со мной поспорят, но я вам приведу обычный факт, и вы поймете. Сердце никогда не устает. Сердце – это единственная мышечная группа, состоящая из окислительных, полностью из окислительных мышечных волокон. Что это такое? Не знаете? Советую изучить. Окислительные мышечные волокна содержат в себе большое количество митохондрий. А вот митохондрии как раз-таки и позволяют нам выполнять долго, продолжительно определенное количество работы с определенной интенсивностью. А сердце всегда от самого вашего зачатия, рождения работает по принципу «все или ничего». Сердце не сокращается на 40, 20, 90%. Оно работает всегда на 100%. Как можно улучшить то, что и так уже идеально? Другое дело, что сердце можно посадить. Посадить кроссфитом, посадить любой видом деятельности, нагрузки, когда вы выполняете упражнения одно за одним, без перерывов, без промежутков отдыха. Вот такое действие как раз-таки вызывает гипертрофию левого желудочка, а она обратно уже необратима. И большинство из вас все равно прекратит занятия, особенно кроссфитом, и вы будете больными людьми. У вас будет постоянная аритмия и все, что с этим связано. Поэтому все, что быстро, все плохо. Все, что наскоком, все плохо. Идите как черепаха. Идите медленно, но идите всегда к своей цели. Понимайте, что вы делаете и в питании, и в тренинге, и вообще в образе жизни. Запомнили, да, что классическое кардио нам нужно только в качестве разминки и заминки для силового тренинга. Если вы хотите и желаете, и вам нужно, вы считаете, использовать кардио, то оно должно быть интервальным. Ни в коем случае нельзя совмещать силовую работу и кардиоработу в один день. Я этого настоятельно не рекомендую. Что нужно делать постоянно? Каждый вечер перед сном нужно гулять и растягиваться. Еще, кстати, хочу вам сказать, обратить ваше внимание, что ни в коем случае не растягивайтесь между упражнениями и подходами, если хотите тренироваться грамотно, без травм. Ну что, я буду прощаться, закругляться. Ваши вопросы, если на них нет ответа в моих статьях и видео предыдущих, пишите в комментариях. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Берегите себя. Помните, что здоровье самое главное. Без здоровья все остальное не в радость.